Всем большой привет! Предлагаю пройти простой очень тест на состояние физического здоровья вашего, на гибкость и на координацию движения. Так называемый СРТ-тест. Он очень простой. Нужно встать вертикально, скрестив ноги, и присесть и встать быстро. Если вы сделаете вот так вот идеально, как сейчас покажу, быстро сели и быстро встали, не потеряв при этом равновесие. Еще раз показываю. Быстро сели, не опираясь ни на что, и быстро встали. Это идеальное исполнение. Оно оценивается в 10 баллов. Если же вы при этом испытываете какие-либо трудности, то есть потеря равновесия, опора дополнительно рукой или, хуже того, коленом, то из этой суммы в 10 баллов вы делаете скидки. Я в описании их вам перечислю, эти скидки. И по сумме, которая получилась в результате этого теста, можно достаточно точно судить о состоянии своего здоровья. Если она 10, то вы идеальны в этом плане, в плане гибкости. Если меньше 8, то уже у вас проблемы. И когда подсчитывали результаты этого теста, то они оказались очень достоверны в плане продолжительности жизни. Вот. Но можно все поправить. То есть над гибкостью можно поработать. И над так называемой саркопенией. Это потеря мышечной массы и потеря массы тела. А так попробуйте, во сколько оценится ваше состояние здоровья. Спасибо за внимание.